Повара, кондитеры, бармены, флористы и стилисты – это далеко не полный перечень специалистов, которых готовят в этом сочинском вузе, но одни из самых почетных. 4 года назад здесь решили создать тренинговый центр, разработать технологии и стать полноправным участником международного движения WorldSkills. За это время преподаватели и студенты не раз становились участниками региональных и национальных чемпионатов, получали дипломы и сертификаты. В этом году на чемпионате мира по профессиональному мастерству, который прошел в Казани, в состав сборной России в номинации 50+, вошли и эксперты вуза. И если годом раньше наша команда была на 13 месте, то на этот раз она уступила только делегации из Китая. В университете плеяда именно экспертов подготовлена международного уровня, которая может подготовить преподавателя, изменить систему российского образования. Мы умеем, мы знаем, и мы не хотим, чтобы мы, наши выпускники, кто к нам поступит, оказались в ранге ненужных людей. Они все востребованы, и это главное. Подготовка мастеров уже ведется не только со студенческой, но и со школьной скамьи. Введена система WorldSkills Junior. Высокое качество услуг – это то, без чего невозможно представить привлекательность нашего города, считает председатель городского собрания Сочи. Именно от работы профессионалов, по мнению Виктора Филонова, зависит развитие бизнеса в Сочи. Поэтому городские власти оказывают молодым специалистам всяческую поддержку. У нас и совет молодых депутатов при городском собрании, и комитет по молодежи уделяет этому очень большое внимание. Мы и работаем со студентами, приглашая их, и смотрим на них, помогаем где-то продвинуться, где-то принимать, чтобы они приняли участие в каких-то мероприятиях, соревнованиях. Ведь оттачивается мастерство. Мы и прилагаем все усилия совместно с администрацией для того, чтобы поддержать вот те учебные заведения, вот те, которые готовят настоящих профессионалов своего дела. Профессиональные игры уже стали популярными в нашей стране. С каждым годом появляется больше номинаций и растет количество участников. Сочинские специалисты уже начали подготовку к национальному чемпионату «Молодые профессионалы WorldSkills Russia», который состоится в следующем году в Кемеровской области. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.